53-я годовщина со дня рождения Владимира Ленина. Мы пришли поклониться светлой памяти и великим подвигам. Это не просто основатель первого социалистического государства, но новые ценности, уважение к человеку труда, высочайший гуманизм, великолепное образование и модернизацию. Недаром ленинско-сталинская модернизация стала открытием для всего человечества и позволила распавшейся, горевшей в Первой мировой войне, где каждый второй не умел читать и писать. Поэтому вместе с чрезвычайной комиссией под руководством Дзержинского, которая боролась с саботажем, преступностью и бандитизмом, была немедленно создана еще одна чрезвычайная комиссия по борьбе с безграмотностью. И страна встретила трагический 1941 год самой грамотной, самой читающей, с лучшим станочным парком, с лучшими кадрами и лучшей в мире системой образования. Выступает Полтавцева Мария Николаевна, второй секретарь района. Очень приятно не только быть в обществе товарищей, видеть их, но и произносить «товарищи». Сейчас кругом только и слышно «граждане», «господа». В самом деле, так редко ты услышишь это обращение, на которое, как и на многое другое, причастное Советскому Союзу, накладывается негласное табу. Безликие тени. И тогда я вспоминаю слова великого классика Федора Достоевского. Чтобы судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы не в большинстве своем может унизиться, а надо брать в воображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. И я верю, мы обязательно победим. Октябрь открыл новый этап жизни всего человечества. Поэтому сегодня я повторяю слова: Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. И наше присутствие общее здесь – это прямое тому доказательство. Его идеи живы до сих пор. Строить, готовить и, наконец, получим светлую полосу и победу, значит, социалистической идеи в нашей стране теперь уже навсегда. Спасибо, что сегодня столь хороший солнечный день пришли. Приятно видеть, что с каждым мероприятием нас становится все больше, становится больше членов партии, наших сторонников. Это значит, что мы идем правильным путем. Это значит, что все больше и больше людей начинает к нам прислушиваться. Спасибо. Надеюсь, что и дальше будем. Посвященный 153-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина единодушно поддерживаем советы Владимира Ильича Ленина. Прошло 153 года, а идеи Ленина живы и востребованы. Телевидение – это кощунство. Это наш проект резолюции. Еще раз поздравляю всех с нашим великим праздником, 153-й годовщине, со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Всех вас с праздником и нас. Ура! Ура! Вот эти королевы.